Ребяточки, следующий обзор у нас Royal Marmin Bay, бутик, отель. Тоже интересный отель. Он находится на первой линии. Пляж сразу же практически рядом. Через дорогу надо перейти. Только осторожно переходите. И на пляж, если вы хотите, можно спуститься на лифте сверху, чтобы не идти пешочком. То есть, потому что здесь все виллы идут поэтажно наверх. Сейчас мы поднимемся на этом лифте наверх. И я вам покажу, какие виллы, какие номера здесь. Вот так выглядит сверху этот пляжик. Катерочки, обязательно дайвинг. Лодочки, рыбалки, это все присутствует. Привет. Как дела? What is your name? Янис. Янис. Ваня, Ваня. Янис или Ваня, он нас доставит прямо на рецепцию. Супер. Ваня нас доставит наверх на электрокаре, точнее, о, сигнал есть, супер, крутые подъемы, крутые виражи. Лакшери отель и лакшери машины. Thank you. You're welcome, sir. Thank you. Ребяточки, на территории есть паркинг для ваших автомобилей, если вы сюда приехали на машине, а не на самолете. И вот такой прекрасный вид даже с паркинга. Просто шикардос. Отель лакшери. И я думаю, он этого заслуживает по всем параметрам. Сейчас мы вам его покажем внутри. Номерочки. Пляжик сверху вообще выглядит очень комфортно, песчаный и деревянный настил есть. И обязательно барчик присутствует на пляже. Ребяточки, вот так выглядит рецепция. Все готовы нас встречать. В отеле есть 4 а-ля-карт ресторана. Они находятся на разных уровнях. 2 бара, фитнес-центр, спа-центр и теннисные корты находятся на самом верху. И даже 3 церкви. Обязательно книга жалоб и предложений. Вы можете оставить свой автограф и свои пожелания. Внизу по ступенечкам зона спа. Обязательно вам надо зайти, отдохнуть, набраться новых сил. Друзья, а также вы можете взять в аренду автомобиль прямо в отеле. Ребяточки, вот он номер у нас на двоих. Кофемашина обязательно присутствует. Вот такая спальня. Зона отдыха. Джакузи. Шезлонги. В некоторых номерах есть бассейн свой, в этом конкретном номере нету. Телевизор обязательно присутствует, мини-барчик, полный, за дополнительную плату. Цены все указаны в прайсе. Вот такой красивый вход в ванную комнату. У нас тут все из камня натурального. Ванная, туалет. Каждый вечер какие-то ивенты. Обязательно кофемашина. То, что в наборе. Остальное вы, если потратите, за дополнительную плату придется покупать. Зона отдыха, бассейн с видом, прекрасным видом на остров напротив, на море. Здесь же присутствует ресторан и бар. Сейчас вам покажу внутри. Ресторанчик выглядит таким образом. С
сейчас, конечно, закрыто. Я зашел уже, как говорится, в наглую. Вот так выглядит ресторанчик с роялем. Еще пока не время обеда, поэтому ничего не накрыто. Ребяточки, еще один номер покажу вам. Это уже немножко выше класса номер, он чуть-чуть дороже. Кстати, ништячков нету. А, нет, вру, есть. Вот они спрятаны. Все, телефон для связи с Пентагоном, если вдруг ракеты нужны. Вот заметьте, душ, ванная, все из камня натурального. Кайфово. Гардеробная с халатиками, мини-сейф. Значит, здесь у нас мини-бар за дополнительную плату. Обязательно он полный, каждый день наполняется. Список присутствует по ценам, все увидите. Очень светлый номер, широкая кровать двухспальная. Обязательно телевизор, кофемашина, все принадлежности. И балкончик свой со столиком и вид с террасы на море. Вот так выглядит номер. Да, кстати, здесь такое кайфовое зеркало присутствует. Вообще кайфово спишь и смотришь на себя. Супер. Привет. Привет, Ваня. Все готовы ехать вниз. Ребятки, есть номера с бассейном, но мы вам их не покажем. Вот здесь, кстати, номера с бассейнами, но мы их посмотреть не можем, потому что там люди. Все занято. О, у Вани такой задний ход смешной. Вау, Ваня, задний ход супер. Ваня, full gas. No. Full gas. You want full gas? Yes. No, no, no. Yes, I mean, no. It's a joke. No. Do you have music? Yes. The other club has music. Лифт, и мы спускаемся прямо к пляжу. Ребятки, если вам понравился этот отельчик, я советую его без детей, потому что тут крутые горочки. Для, скажем так, для гостей парами это будет шикарный отдых, релакс и такой лакшери отель. Вот. Если вам он пригляделся, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы двигаемся дальше, к следующим локациям. Ребяточки, вот он пляж. Так выглядит пляж. Барчик обязательно. Люди купаются уже вовсю. Ресторанчик здесь, естественно, вы можете покушать. С приятным таким видом, кайфовым. Наверху тенечек. Жарко вам не будет. Вообще, релакс полный. Супер. Расскажите про пляж. How many people here? People 100, 200, 500, no problem. О, супер. If you want all this. Супер. Ребяточки, на пляже душики, шезлонги. Да, и зонтики, шезлонги, полотенца бесплатно для проживающих в отеле. Красивый. Здесь напольное покрытие, там уже песочек с мелкой-мелкой галечкой. Называется «Самурай суши-бар». Вот так, ребятки, выглядит отель, как бы, ну, со стороны пляжа. Здесь все холмистая местность, поэтому все идет по уровню наверх. Но фуникулерчики доставляют, лифт работает. Это уже приятно. На пляже лодочки, пожалуйста, катайтесь. На прокат все можно порыбачить, понырять. Вода кайфуши вообще прозрачная, чистая. Вообще супер водичка.
Друзья, если вас заинтересовал данный отель, вы можете обратиться к нам в личку, и наше турагентство подберет отдых по вашему запросу. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.